сам был гражданин школы города Ишкры, в различной части города. Я напомню, что по емкости это самая крупная школа, которая у нас вообще существует. 1100 мест на сегодняшний день – это аппаратная мощность. Главой региона Юрий Тичин Зайцев поставлена задача, чтобы школа открыла свои двери 1 сентября текущего года. Мы посмотрели, сегодня строители показывали школу. Только начинается апрель, но они рапортуют о том, что основные отделочные работы близятся к завершению. К концу апреля школа уже приобретет узнаваемый внутренний облик, начнет насыщаться мебелью. Все идет в графике, даже с лучшим опережением. Проблем строители не видят, финансирование идет ритмично. В общем-то, через неделю начинаются работы по благоустройству.